Красном углу отдыхает Абдухакимов Сарва, Санкт-Петербург. Он 93-го года рождения. На ринге провел 11 боев, 8 одержал победу. Тренируется под руководством Морозова Евгения. Синем углу отдыхает Иголкин Александр, Старая Ладога. Он 89-го года рождения. Учет боев не ведет. Тренируется под руководством Иванова Валерия.
Да не бегай ты, чё? В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер Красного угла Артем Хакимов. За второе место награждается Иголкин Александр. Вторая ворота.